Генеральный партнер информационного канала «Город» – фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Готовое интерьерное решение без наценок – философия компании «Вирум». Наши технические возможности позволяют воплощать ваши идеи. Лепсе 12, телефон 69400, без выходных. Начальник управления благоустройства города Кирова Вячеслав Симаков в преддверии выходных призвал кировчан принять участие в массовых субботниках. В администрации надеются, что в этом сезоне участников будет не меньше, чем в прошлом году. На ближайшие выходные перед подрядчиком поставлена задача прибрать 118 общественных объектов. Это парки, скверы, зеленые зоны, которые прилегают к проезжей части. Работы администрация не прекращала всю неделю. За это время из города на полигоны вывезено уже больше 1000 кубометров мусора и песка с обочин дорог. Единственной проблемой на сегодня Вячеслав Симаков обозначил дворовые территории. Большинство еще не прибраны. Проблема существует, не так активно еще прибирают дворовые территории. Тот мусор, который там скопился, на сегодняшний день очень много у нас возникает проблем с тем, что порывы ветра усиливаются, и бывают территории, прибранные уже от мусора, раздувают с прилегающих территорий, появляется вновь этот мусор. По опыту прошлых лет в общегородских субботниках Кирова принимают участие как минимум по 40 тысяч человек. Это в основном образовательные и медицинские учреждения. Как и прежде, сроки очистки города от мусора и грязи ограничены майскими праздниками. В администрации города уверены, что успеют, тем более, что в выходные собираются сами также взять в руки грабли и мешки для мусора.